За нашими спинами уже вовсю играет музыка. Концерт называется «Танго над городом» и посвящен он королю танго, уроженцу Даугавпилса Оскару Строку. Оскар Строк, ну, если это вы, конечно, не знаете, это даугавпилчанин еврейской национальности, который прославил свое имя своего родного города Даугавпилс на весь мир. Между тем, в местном еврейском обществе собрана целая выставка, посвященная евреям, уроженцам города, которые прославились также на весь мир, рассказывает Эвель Дукуль. Этот памятник на берегу Даугавы, прямо напротив городской думы, установлен в 2003 году в честь, пожалуй, самого известного уроженца Даугавпилса, художника Марка Ротко. Памятник этот, как и его картины. У них каждому может привидеться что угодно. Конкретная история, страсть, ненависть, лицо любимой женщины, космос или родные места из детства. А вот этот изгиб, по данным туристических справочников, указывает на улицу Шоссейная, нынешняя 18 Новембра, на которой находился дом семьи Ротковичей. Под эту музыку короля танго и короля попсы Оскара Строка пританговывали на всем довоенном русскоязычном пространстве, а отец которого играл в оркестре Первого Эдинбургского театра. Великий еврейский советский актер и педагог Соломон Михайлс, позже убитый НКВД, тоже родился в Эдинбурге. Вот в этом вот здании с его мемориальной табличкой на фасаде. Как один небольшой по европейским меркам город мог дать миру столько выдающихся людей еврейской национальности? Поначалу просто диву даешься. Но объяснение нужно искать еще в истории Российской империи. Здесь, по латгальским местам, проходила черта еврейской оседлости. В экспозиции музея «Евреев в Даугавпилсе и Латгалии» его основатель Иосиф Рычко собрал сведения о евреях Латгальского края от самых древних и до наших времен. Самый старший – это раввин Майер Симха Кацкаган, который родился в Двинске в 1843 году. О нем рассказывает о том, что как-то в Даугавпилсе из-за наводнения угрожало, что город будет затоплен. Около Даугавпилса образовался ледяной затор, а верующие прибежали к этому раввину Кацкагану и просили его произнести молитву, чтобы что-то изменить. Он сначала не хотел, но в конце концов он решил, пошел на дамбу городскую, встал и произнес какую-то молитву. По словам тогдашних чудо-очевидцев, неожиданно раздался страшный треск. И начался ледоход. Город был спасен. Евреи и Октябрьская революция – это отдельная история. И здесь судьба мирового пролетарского пожара была поставлена в зависимость от уроженца Даугавпилса, доктора Владимира Минца. Он оперировал мозг вождя Октябрьской революции Владимира Ленина. Это была операция на головном мозге. Тогда это было большой редкостью. Он рисковал, но все-таки, как говорится, вождь мирового пролетариата выжил. Да? И после этого доктор уехал в Ригу, работал. В Риге, к сожалению, в 1941 году он стал узником рижского гетто, погиб в Бухенвальде в 1945 году. Самая юная выдающаяся еврейка Латгалии в выставочной коллекции – Ксения Кобякова. Эмигрировала в Израиль, получила образование, прошла службу в армии, один из ведущих дипломатических работников израильского МИДа. И она приехала в Ригу, а затем приехала в Даугавпилс. Здесь она нашла много знакомых, с кем она училась, с кем она общалась, и она несколько лет провела здесь, в Латвии. На сегодняшний день Ксения Кобякова работает руководителем департамента туризма посольства Израиля в России и странах СНГ. Самый первый экспонат музея при синагоге, который показывают каждому пришедшему сюда, вот эта карта Латвии, на которой указана численность еврейского населения Латгалии и Латвии до Второй мировой войны. После войны на родину в Даугавпилс вернулись только 2000 выживших. В 1944 году, когда евреи вернулись, кто с войны, а кто из эвакуации, они обратились к городским властям с просьбой о выделении им дома под молитву. Молельный дом какой-то или синагога. И было выделено вот это здание. И в 1947 году здесь начались молитвы проводиться и службы соответствующие. И стало жить это здание как еврейская синагога. Эвольд Дукуль, Мартинч Шалмис, Никита Корнев, Латвийское телевидение.